первый луч солнца. Когда луч солнца первый из-за гор выходит, на этом границе есть солнечный ветер. Там есть земля не нарушена, там от этого ветра цветы трепещут, цветы. Понимаете, никакого ни ветра, ничего нету на физике, а цветы дрожат вот так вот. Ой, я тот раз сделал глупость, надо было кинокамеры снимать этот поток. А я просто фотографировал, думаю, ну, попробую так для начала. Необычно, потому что видно, как солнце уходит, и демонический мир, ночь, это демонический мир, да, он просто ее растворяет, раздвигает, так далее, так далее. Потому что солнце это, в моем понимании, Бог, потому что уйдет солнце, здесь будет космический холод, минус 110 градусов примерно, да. И тогда нам мгновенно станет понятно, кто здесь Бог. Мгновенно, потому что 110 градусов, вот это вот здание, все рухнут. Потому что при 110 градусов бетон превращает просто в пыль, железо превращает просто в стекло и так далее.